Как бы мне купить себе квартиру в Москве? Квартиру в Москве. Где бы мне взять лава, чтобы купить квартиру в Москве? Квартиру в Москве. В вузе получил образование я. Как и шаг пахал на две компании я. По ночам с картошкой мешки разгружал. Выходные трубы от говна очищал. Покупать одежду и еду перестал. И однажды даже с мужиком переспал. Но в итоге смог купить себе квартиру в Москве. Теперь у меня есть квартира. Реально в Москве есть квартира. Прикиньте, в Москве есть квартира. Мой адрес простой, жопа мира. Боже мой, я отчасти я сам не свой. Квартира в Москве. Квартира в Москве. После трудного дня ждет в Москве моя меня. Квартира в Москве. Моя и в Москве. Из окна я вижу на могилах цветы. Из другого машет мне охранник тюрьмы. Самосвалы рядом разгружают навоз. Боже, неужели это чудо сбылось? Дым по небу стелет целлюлозный завод. Даже жалко тех, кто не в столице живет. Босиком бреду по траве в квартиру в Москве. Теперь у меня есть квартира. Реально в Москве есть квартира. Прикиньте, в столице квартира. Мой адрес Москва, жопа мира. Там, где МКАД шумит слегка, еще не она. Квартира в Москве. Там, где лес весь исчез, и теперь гудит АЭС, еще не она. Ближе уже. Новый дом на 28 тысяч квартир. Мне к тому же повезло, в моей есть сортир. Неужели это ни мечты, ни сны? 18 метров в самом сердце страны. Через 40 лет кредиты выплачу я. И моя квартира станет только моя. Я целую каждый кирпич. Теперь я москвич. Теперь у меня есть квартира. Реально в Москве есть квартира. Столица России квартира. Мой адрес Москва, жопа мира. Мой адрес Москва, жопа мира. 17. Мой адрес Москва, жопа мира. Спасибо.